свою входите, историю направим вспять. Места свои определите, и быль пора уж начинать. Давным-давно мальчонка появился, и весть о том взметнулась ввысь. В этот день наш Пашечка родился. Ну где ты, Паша, появись, как ты ручками машешь, покажи. Вот он. Младенец был прожорлив, мы не скроем. К бутылочке тянулся только так. А ну-ка, продемонстрируй-ка былое. И покажи, это было как? Бутылочку мама в ручку дает? Нет, нет, так, делаем как следует сосочку. Делай, мама, как следует, как там надо ее. Вот, мама должна знать, как это делать. Так. Так, нет, все правильно, справляется. Теперь прикручиваем. Так. Так, так делаем, так. Все правильно, ну, скорее, скорее. Так. Так. Ну вот, мама растерялась. Так, мама делает бутылочку. Новую для Паши купила бутылочку. Так, даем в ручку. В ручку даем. Так, как Паша, продемонстрируй, как ты кушал, давай. Так, вот как. Вот как здорово. Ну все, уж напился вроде. Растет малыш, и у него зубки появляются. Теперь мы хотим увидеть, как эти зубки очищаются. Мама дает зубную щеточку. Паша покажет, как он зубки чистит. Чистит? Вот как зубки чистит. Раз зубки появились, кушать надо побольше витаминов и глюкоз. Ведь это ж так полезно и отрадно для блеска глаз и красоты волос. Мама берет виноградик со стола и дает своему сыночку. Где виноградик? Так, фруктик, вот. Одну виноградинку. Он маленький, да, ему хватит одну. Так, кушаем. Вот как вкусно. А как зарядку делал у нас Паша? Покажи. Раз, раз. Вдох, уходи, руки шеи, не спеши. Три, четыре, бодрость, дух, грация. Вот какой умничка. Очень укрепляющая. Ты уже проживал, наелся, угостился наш малыш. Уж можно здесь и наши сказ прекращать. Но нечесанным ходить, друзья, не гоже. Пора мальчонке челку причесать. Мама дает в ручку. Он сам уже, да, сам. Так, как челочку причесывал Паша себе? Вот как челочку причесывал. Конечно, много лет прошло. Мы все за сказкой наблюдаем. Воды уж много утекло. Историю припоминаем. Подрос Павел, пора пришла влюбиться. И замуж он... Кого позвал, Паша? Кого замуж позвал? Как зовут? Катюху он позвал. И так случилось, прослезился, хоть чувство в кулаке держал. А ты возьми, Паша, платочек, возьми, слезу прощания с детством утри. Так. Вот так плакал Паша сегодня с утра. Вот так плакал. Ну и для, конечно, полного воспоминания детства мама тебе подарит пустышечку из детства. Покажи нам, как ты сосал пустышечку. Так, бери. Ой, какая она красивая у тебя. Давай. Вот как здорово! На этом мы закончим наш рассказ. А ну-ка, выходи-ка на показ. Давай посмотрим, какой Паша вырос. Так, какой Паша вырос? Вот он, благодаря родителям, аплодисменты! Ну что, похож? Похож, да? Я тоже думаю, что, наверное, похож. Ну что,
что, дорогие друзья, на этой прекрасной ноте я думаю, что нужно поднять бокалы и никуда не уходим, не могу вас собрать, сейчас будем играть дальше. Договорились? Yeah!